Подарок к Новому году должен получить каждый ребенок. Поэтому в декабре в регионе проходит большой комплекс благотворительных акций и мероприятий. Один из них прошел в физкультурно-спортивном комплексе «Лидер». Благотворительный хоккейный матч проводится уже четвертый год подряд. И с каждым разом количество участников растет. Делаем это мы уже не первый год и стараемся, чтобы праздник у всех детей был радостным, приятным. Впечатления о Новом годе были как о неком чуде, свершившемся в новогоднюю ночь. В этот раз зрителями ледового поединка стали 200 ребят. Среди них воспитанники центров «Алые паруса» и «Причал надежды» школы-интерната номер 89. Организаторы пригласили детей из многодетных и малообеспеченных семей. На матч вышли команды «Авиастар» и «Патриот». Среди спортсменов оказался и глава Заволжского района Наиль Юмакулов. Для нас приятно, что накануне новогодних праздников в рамках благотворительного матча каждый ребенок, который сегодня пришел и принял участие в такой программе игровой, еще посмотрит матч и получит подарок. На протяжении всего матча детвора болела за хоккеистов, а в перерыве смотрела выступление маленьких фигуристок. Поединок закончился победой команды «Авиастар» со счетом 3-1. После финального свистка ребят из детских домов пригласили на лед и всем вручили подарки с пожеланием всего самого доброго в новом году. Анна Тищенко, новости Управда ТВ.